На 3000 квадратных метров в самом сердце Бреста развернулась настоящая стройплощадка. Жильцы пятиэтажек, что на улице Мопра 12, начали ощущать капремонт в начале лета, а уже сегодня двор приобрел новые очертания. Придомовая территория преобразилась до неузнаваемости. Демонтирован старый асфальт и бордюры, сделаны тротуарные дорожки, подготавливаются 3 парковки для автомобилей, площадка для сушки белья. Работы ведутся и над освещением территории. На сегодняшний момент сделано уже порядка 60% от общего объема. Работы сделаны, значит, по замене старого проезжего, старых проездов, значит, дорожного полотна, бордюров. Все заменяем на новое. Как вы видите, плитка, новые борты. Масштабный ремонт движется грандиозными и уверенными темпами, но на качестве реставрации сроки не отразятся. Дорожники планируют сдать объект через несколько недель. Несмотря на то, что пятиэтажки ждали капитального ремонта десятилетия, преображением многие жильцы недовольны. И речь даже не про качество дорожных работ. Некоторые довольны, что ведутся работы по модернизации объекта, а некоторые говорят, что не совсем то, что они хотели, будет. То есть будет очень много машин. Они как бы пенсионного возраста, им это не надо. Вот стоянка, вот там стоянка будет, тут стоянка будет. Они говорят, что машины будут загазованы, с территории будет. Совсем скоро жильцы 12 и 14 дома на улице Мопра получат комфортный, уютный и современный внутренний дворик. А как отреагируют на результат в конечном счете, покажет время.